Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хотел бы показать этот Dodge Caravan 2001 года с хорошим, мощным и, главное, надежным двигателем 3.3 с автоматической четырехступенчатой коробкой передач. И цена его объявленная 330 тысяч рублей. Давайте посмотрим. Автомобиль был пригнан из Беларуси. Фарки уже такие от времени слегка помутнели, но полирнуть их, и все будет хорошо. Это, в принципе, классический минивэн, очень популярный и у нас, и в соседних странах. Так вот все это выглядит. Резина размерностью 205 на 70 R15. Так все это выглядит. По бокам у нас имеются также две сдвижные двери. Имеются жабры. А, вот, кстати, по проблемам необходимо вот эту вот жабру подклеить. Как купите, необходимо будет подклеить. Вот так вот выглядит автомобиль сзади. Классический американский минивэн. Выглядит. Давайте перейдем в салон. По салону у нас велюр с такой вот мягкой обшивкой, синий, стилизованный под кожу. Понятное дело, передние электростеклоподъемники. Это электро... Жабры. Да, это жабры, вот мне тут подсказывают. Это электрорегулировка зеркал, фары, ножник. Пробег у нас 313 223 мили. Так вот выглядит салон. Ну и давайте его запустим. Кстати, в комплектацию уже входит родная сигнализация. Запускаем. Машина у нас оборудована газовым баллоном ГБО. Рычаг коробки передач. Магнитолу необходимо разблокировать. Также у нас тут имеется климат-контроль. Такой вот подстаканник. У меня подстаканниками. Имеются также вот розеточки. Имеются вот такие вот подлокотнички, обшитые вот этим самым приятным мягким материалом. Торпеду необходимо будет подклеить. Имеется уже деталь в наличии. Так вот все это выглядит. Тут очень просторно. Ну и давайте перейдем на задний ряд. Это минивэн. Один из самых, кстати, вместительных в классе, ибо спереди два сиденья, а сзади еще пять. Так вот все это выглядит. Сзади такая сидушечка на два места. Садимся. Я вот сажусь сам за собой, и я, в принципе, умещаюсь. Имеется вот такая вот ручечка. Потолочек, единственное, что немножко провис, но, слушайте, господа, это старый автомобиль. Ему в этом году уже сколько? 22-21 год. Так вот все это выглядит. На заднем ряду у нас трехместная скамья. Ну и чуть попозже я туда залезу. Перейдем в багажник. Так вот выглядит багажник. Тут уже непосредственно кнопка электрическая, электрический привод багажника. В багажнике имеются разного рода запчасти, скажем, в частности диски, номерные рамочки, коврики. Также имеются запасные стеклоподъемники. Ну и все в таком духе. В общем, обычное рабочее состояние у машины, господа. Обычно. Единственное, что здесь требуется докупить обшивку. Ну и вот здесь у нас такая вот яснишка, куда можно сложить разного рода скарб. Вот, читайте инструкцию. Перейдем на третий ряд сидений. Благодаря отсутствию третьего сидения на втором ряду, на третий ряд попасть, в принципе, очень легко. Единственное, что это места сугубо для детей. Я тут еле-еле умещаюсь. Ростом метр... Сколько у меня? 1,82 м. Головой упираюсь в заднюю часть потолка. Ну вот, зато у каждого пассажира есть свои эти подстаканнички имеются. Также вот такие вот кармашки.
по обе стороны. И вот имеются вот такие вот жабры с электроприводом. Имеется такой вот крючочек. Вот эту жабру, я уже, наверное, говорил, необходимо подклеить. Тут имеется уже два подстаканника. И также вот такой вот кармашек. Перейдем на место переднего пассажира. Попадаем мы на место переднего правого пассажира. Так вот все это выглядит. В принципе, сидеть тут очень удобно. Очень комфортный семейный минивэн, понятное дело, имеется по электростеклоподъемнику. Имеется также вот такой вот бардачочек. И в нем лежат всякие оригинальные штучки, которые приехали к нам из Америки. Скажем, Dodge Caravan 2001, Daimler Chrysler Corporation, руководство пользователя и не только. Вся торпеда, повторюсь, обклеена вот таким вот мягким, синим, приятным очень на ощупь материалом. И у пассажира имеется тоже подлокотничек. Давайте его запустим и заглянем под капот и запустим его. А под капотом нас встречает двигатель объемом 3.3, V-образная шестерка на 180 лошадиных сил. Для него, вот лично для этого Dodge, я считаю, что это оптимальный мотор, в отличие от слабого 2.4. Потому что он достаточно мощный, при этом он кушает столько же, сколько и 2.4. Прошу заметить, 92-го бензина. И он не подвержен перегреву. Так вот все это выглядит. Сейчас мы его запустим. Запустился двигатель. Работает достаточно хорошо. Имеются, идет небольшие запотевания и подтеки масла. И под капотом, господа, под капотом пахнет старым авто. Это вот, знаете, это вот ни с чем не сравненный запах. К сожалению, у нас газ. А, кстати, тут стоит газ. К сожалению, газ у нас заканчивается. И он пытается перейти на бензин. Сейчас посмотрим уровень масла. Масло черное. Уже все. К сожалению, под замену. В общем, все это выглядит вот так вот. Ну и покажу я вам автоматическую коробку, как она работает. Переключается. Выжимаем. У нас получается паркинг. Реверс. Нейтраль. Драйв. Третья передача. Лоу. Пониженное. Управление находится вот тут. Вот, вот так вот. Оп. Ну и вот, собственно, этот караван на ходу. Идет он очень мягко, очень бодренько. Двигатель 3.3 все-таки дает о себе знать. Все, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ну и до встречи, господа.